Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Smells Like Mushroom, что переводится как «воняет словно грибы». Ну что, давайте смотреть, что игра из себя представляет. Новая игра у нас, так, уровень сложности выбираю легкий, потому что понятия не имею, что игра из себя представляет. Может быть, там на среднем уровне сложности нас будут выносить как щенков, и поэтому хотя бы мы сможем посмотреть, что происходит. Так, ну что, пропускаем какую-то историю. Нам быстро бы добраться до геймплея, посмотреть, что тут. Так, Carrots Family, семья моркови, 6 утра. Так, морковки спят, что-то за окном происходит, что случилось? А, нифига себе, это семья каких-то таких военных морковок или что-то такое. Дальше. Так. Детки. Отлично. Будильник звонит. Доброе утро, Кэррот. Тебе сегодня 24 дня. О, у нас годовщина. Да, дорогуша. Мне нужно кое-что сделать сегодня. Кажется, чем-то пахнет. Да, дорогой, тебе нужно помыться. Ого. Так, это все хорошо, и у нас типа... А что? Эй, привет, томат! Морковка! Вставай, давай, вставай, быстрее! Короче, на нас напали грибы, нужно спасать свою жену. Хватай ее и беги скорее сюда. Генерал, ты там? Давай быстрее убирайся! Надо спасаться от этих чужих. Черт, эти гребаные грибы опять нападают. Надо выбрать пушки и выходить наружу. Ты поведешь, а я буду встречать этих уродцев. Ну что, погнали. Вот это да, вот это замес. Ну, и что? Так. Так, а мы сами рулим, нет? Не, нифига, мы пока сами не рулим. Ну вот, слушайте, реально там грибы. Реально грибы. Во, нифига себе. Так, мы пока стреляем. Простреливаем себе проход. То есть нам нужно отстреливать. То есть я вот так вот могу стрелять. К сожалению. Ух ты, да. Короче, вот так нам нужно. Отлично. Нам нужно отстреливать грибов. Ну, пока не очень удобно. На геймпаде, по крайней мере, это делать. Но я, слушайте, вроде бы пока справляюсь. Пока их вижу более-менее. Хотя, наверное, дайте-ка я попробую. О, серьезно, блин, да на мышке вообще очень удобно целиться, а я на геймпаде тут мучаюсь. Так, серьезно? Так, мне надо вон те фиговины. О, мост уничтожен был. Вот это было опасно. Так, а как мне? Серьезно? Так, меня учат, как тут действовать. Так, а что я тут что-то собирать могу? Нифига я не могу собирать. Так, грибы. Да нифига себе. Так, меня тут коцают. На самом деле, может быть, пистолетом? Пистолетом будет, наверное, получше. Так, бежим, бежим. Надо отстреливаться от грибов. Короче, грибы захватили морковный город. Так. Все. Так, где? Где еще? Где еще? Стреляют. Так, я вижу вот тут. Восклицательные знаки. А, у нас есть. Ну, слушайте, стреляет нерезво, я могу так сказать. Вот, еще сверху они гаденыши. Так, восклицательные знаки нам... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам надо ориентироваться на восклицательные знаки. Ай, так, вот эту фигню я не могу продолбить. Так, а как мне? Как мне? Я могу сюда зайти. Вот так. Так, отлично. Ай-яй-яй, да нифига вы стреляете, вы подождите. Тут еще один, вон он. Все, вроде бы я всех тут уничтожил.
Ой, тут я еще какие-то монетки собираю. Подождите-ка, там еще гриб. А, мне надо в метро типа спуститься. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда? Откуда? Начали стрелять-то. Да нифига себе. Куда они так лупят-то? Я даже выйти не могу. Еще бы знать, в какую сторону идти. Так, ну они хотя бы с одного выстрела убиваются, уже хорошо. Так, грибочки, а ну-ка, идите-ка вы в задницу. Бежим потихонечку. Нифига, с щитами? Серьезно, какой-то хрен с щитами? Они закрываются щитами, реально, прикиньте. Их можно убить только когда они щиты открывают. То есть, значит, надо заранее стрелять, все. Замечательно, с этими покончено. Блин, реально, лютые грибы захватили, гады. Захватили мой город. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, уничтожен. А, так, у меня двойной прыжок. Типа должен быть, но на самом деле хреново он как-то работает. Так, а я от воды-то не могу сдохнуть, слава богу, не могу. Так, куда-то сюда. Куда-то сюда нужно отправляться. Чекпоинт. Замечательно. Доложите о своем статусе капитану. Ну, давайте доложим. А кто этот капитан? Это картошка или кто? Президент в безопасности. Но нам нужно набрать камикадзе, который справится с нашим заданием. Это чего? Это гриб такой здоровый. Офигеть. Слушайте. Вот это да, что это за хрень? Бежим скорее. Я не могу поверить, что своим морковкам. Это кто? Подождите, кого он забирает? Брокколи собрал? Так, давайте думать, куда нам теперь двигаться. Нифига, так, это у нас получается босс. А как нам до него? Так, нам нужно, во-первых, все грибы уничтожить. Тут еще есть какие-то штуки. Использовать. А, подождите, мы подрываем его ноги, что ли? Да где вы тут стреляете-то? Да охренеть тут. Охренеть тут врагов. Так. Использовать. Да я же бомбу заложил. Так, где? Так, подождите, надо всех засранцев сначала тут уничтожить. Да блин, еще летающие типы. Еще летающие, да? Так, а я эту штуку могу использовать? Нифига не могу. Это типа ракеты, но не могу их использовать. Вот, мы можем, смотрите, подорвать. Нам прям говорят, нажми на эту фигню. Убегаем, убегаем, убегаем. Мы проход. Мы открываем себе проход. Бах, вот это нормально. Ох ты, ребята, у нас тут что есть-то? Подождите. Это батут, что ли, такой был? Я думал, это автомат, турель какая-то. Какого хрена, спрашивается. Так, ну тут теперь опасненько. Вот вообще, по мне, во-первых, ракеты летят. Да блин, перезарядка гребаная. Так, я не понимаю пока что, куда мне надо двигаться. Потому что, ну тут ракетницы, их надо типа освобождать или что? Да блин. Мне, кстати, не показываются даже жизни мои. Сколько? Да блин, грибы, самонаводящиеся грибы. Самонаводящиеся грибы. Да что, пипец, меня сейчас, по-моему, завалят. Откуда вы летите-то, не пойму. Так, ладно. Мне типа к этой фигне надо бежать. Да подождите, это турель или нет? Это пушка. Ну, какого хрена я перелетел-то? Так, я могу... О, я могу эти штуки раздолбить, оказывается.
Замечательно, я уж думал, все. Придется мучиться, нет. Смотрите, отлично. Так, по мне летят хреновины всякие, да? Так, во, у него жизнь начала. У него начала жизнь. Ты зачем брокколи так о пол-то долбишь? Вообще, сейчас на изи этого ох ты. Так, не говорит, что я сдох. Это что это такое? Карамба! Это что такое приземлилось? Морковка! Блин, ее раздавило! Нет! Нет! Нет, моя морковочка! Не забывай поливать детей. Нет, нет, нет! Нет, блин, забавно, не забывай поливать детей. Такой трагический момент, а при этом смешно. Так. И кто это? Пришел перец, капуста. Ну, отлично. Мы теперь вышли наружу. Какого хрена вы мою морковку убили? Какие-то злые, видимо, овощи. Окей, ладно. Сейчас разберемся. Следующий уровень посмотрим. Где-то после вторжения. Космический круизер. День первый. Я чувствую злость, потерянность и чеснок. От старого пердежа. Мне нужно найти генерала. Блин. Да, тут юмор еще. Чувствую чеснок от старого пердежа. Так, в смысле, это я типа переоделся. Так, и куда мне нужно идти? Допустим, спуститься вниз. Ух ты, так. И Shooting Range. Так, Missing HQ. Так, у нас тут брокколи. Брокколи медитирует, да? Так, а я тут типа могу что-то покупать или что? Оружие может какое-нибудь использовать. Нифига я не могу использовать. Тут какая-то кнопка есть, которую я нажать не могу. Ладно, нам шоу-кейс. Так, ты кто? Какая-то бабка-морковь. Каратена. Слушайте, это не моя ли это теща? Так, ладно, нам пора на мост. Генерал Деспотата. Прошу прощения, мне жаль твою жену-морковку, но скоро мы будем на Марсе. Подожди, куда и каком Марсе? Мы на Марс летим? Ты что, сдурел, что ли? Я вообще-то не собирался на Марс. Так, и куда? А куда мне надо дальше? Где кубик, который показывал? Вот мне показывают, что куда-то вниз надо. Так, ракеты. Так, запас. Все хорошо. Значит, у нас так. Мостик, шоу-кейс. Что такое шоу-кейс? Давайте посмотрим, что на шоу-кейсе. Это у нас... Да нифига себе, у нас тут типа склад какой-то неплохой, автобус даже висит. Ладно, Маркович, давай. Но я не понимаю, как мне вниз-то попасть. Генерал мне ни хрена нормально не сказал. Сюда в экран я не особо не пролезу. Ищем проходы, значит, куда мы можем? Вниз. У нас проходов нет. У нас есть только наверх. Может быть. Где-то. Так, а что у нас тут? Толканы. И тут типа наша комната, где мы тусовались. А, это кухня. Так, а это... Это что? А, это мои детки, нифига себе. Разыскивается морковь какой-то. За 100 тысяч баксов. Так, ну там сверху, смотрите, еще какая-то комната, но я туда попасть не могу. Так, вот сюда могу запрыгнуть. Вот сюда, тут тоже комнатка. Так, Missing HQ. А, я сюда могу пройти-то. Нифига себе, думал там закрыто, думал там замок. Так, удерживайте. А, я могу прокачивать. Я могу прокачивать.
какое-то оружие жизни, то есть я могу как-то удерживать вот так вот. Прикольно. Чего? Закончилось, что ли? Все, у меня закончилась вся прокачка. Все, что я смог набрать, да? И использовать. Нифига не могу использовать. Я сюда встать могу. Морковка. Получается Марс. Так, ну и ладно, я себе прокачал немножечко того, что мне нужно, но это все равно все не то. Shooting range. Это у нас какой-то, видимо, тир. Да я не хочу стрелять. Вот абсолютно не хочу стрелять. Мне нужно понять, куда мне двигаться дальше. Я вниз-то... Вниз-то я, получается, так... Миссион HQ прошел, шоу-кейс. А все, тут больше комнат-то нету. Куда дальше двигаться? Использовать. Что это использовать? Не могу я это использовать. Или вот сюда мне на мостик надо. Это офигеть, это лифт оказался. И как я это должен был понять? То есть я должен был чисто тупо догадаться. Еще один лифт. Серьезно? Нет. О, теперь лестница очень неприятная. Так, ну ладно, мы спускаемся. Хорошо. Это лаборатория. Ты всегда можешь сюда прийти. Это тут очень натюрлих. Он, короче, с немецким. Никола Пеппер. Иди в шутинг рендж. Короче, я так понял, теперь... Мне нужно на этой базе все проверить. Теперь мне надо пройти, пострелять. Нет, стоять. Стоять, лифт. Вернись назад. Лифт, вернись назад. Ты мне нужен. Ну, куда он уехал-то? Во. Все, замечательно. В шутинг раньше теперь идем. Нам нужно устроить отстрел. Да, где у нас? А, где? Куда? Так. Зашибись, лифт уехал. Морковка сидит с динамитом, нормально. Опасненько. Так, ну и что нам говорят, что мы сейчас будем в тире стрелять по врагам? Никола Сиеста. Гарлик Айлстон. Выберите оружие, короче, да. Можете стрелять. Да, я понял, давайте, все, хорошо. Выбирай оружие. А что это такое? О, у меня меч. Серьезно? Я его даже немножечко прокачал. Так, ну, где враги? Вот так вот просто всех кромсаю. Давайте посмотрим, что это такое. О, это пушка. Это мне нравится. Так, и чё? И чё? И куда? Так. Ну, нормально. Ты прошел экзамен. Все? Серьезно? Это весь экзамен был? И синий, желтый и красный. В зависимости от оружия выбирают. Так, и что мне теперь? Куда-то, типа, вот сюда. А я ж тут уже прокачивался. Я сюда уже сходил. Так, да, мне объясняют. Короче, мне тут пока брифинг дают, что я тут вообще могу делать. Да, ну все, а я не могу больше. А я больше не могу. Закончил с брифингом, отправляйся на свою миссию. А я не могу отправиться на миссию. Мне все равно показывают сюда. Блин, я раньше времени, походу, сюда зашел. Хотя не, подождите, Марс. Реально? Я на Марс? Отправляюсь. Ладно, пора отправиться на Марс. К кристальным кратерам. Там реально очень красиво. Капитан, какой план? Это генерал. План убить всех, кто движется. И
просканировать всю местность на обнаружение грибов и уничтожить локально всех этих тварей. Просто запомни, Сиеста, нам нужно избавиться от них. А там еще есть сердце этих гадов, голем. Что за голем? Ладно, это все круто. Сейчас мы на Марсе. Видимо, очень легко справимся. А может и не легко, хрен его знает. Сейчас посмотрим, что тут на Марсе. Тоже грибы будут? Ну, по-любому грибы. Так, тут дохренища грибов. Так, и что мне? А мне типа показывают... А что мне? Ну, вот так надо было, да? Ни хрена себе. Вот это... То есть мы по этим всем штукам можем стрелять, оно все ломается. И, кстати, тут еще монетки. Тут еще гребаные монетки есть. Так, это хорошо. А дальше мне стрелочка показывает вниз. Ну. Мне зеленым надо было? В смысле? Дальше-то куда мне? Все, отправляйся. А красный что такое? You, да пошли нахрен. Так, собираем предметы, монетки какие-то. Так, а мне надо куда-то туда будет добраться. А как мне добираться? Так. Морковь. Чё, я ни хрена не понял. Чекпоинт. Что это такое? Использовать. Подзарядить оружие мы можем. Замечательно. Так, а дальше-то мне как? Дальше-то мне как и куда? Я же не перепрыгну, получается. Так, ни хрена не понятно, но очень интересно. Где-то надо тут, видно, забираться, может быть, на гору. Возможно, где-то вот тут можно попробовать как-то схитрожопить. А может и нет, не знаю. Вот видите, вариантов особо нет никаких. Особо никаких вариантов нет подняться. Все, возможно, мне придется вот сейчас реально вот так вот прыгать и... Все, я сдох. Так. А как мне? Вот как мне? Мне типа показывают, что надо вон туда типа стрельнуть. А как я туда стрельну? Я же не... Ну. Вот. Всего лишь? Всего лишь я-то думал, тут надо что-то хитроумное придумать. Нет. Оказывается, нифига тут думать не надо. Все уже придумали за меня. Где вы там, грибы? Ай-яй-яй-яй-яй, тут опасненько. Грибное царство. О, лечилку еще схватил. Кстати, я так понял, что к грибам можно приближаться. И чего-то даже с ними делать. Так, а я что-то нашел. Так, не говорите, что мне вот в эту фигню надо упасть, нет? Нет, а куда мне дальше-то? Ой, гриб. Нифига себе, он стоял прям тут? А он дохлый, все. Уа-а-а, это что такое? Это босс. Это босс. Это босс. Ну, в принципе, я бы не сказал, что он даже сложный. Хотя, блин. Своими лучами он может мне жопу-то подогреть. Если он не будет сильно много вызывать врагов. Да я застрял, я же не вижу ни хрена. Камера тут немножечко не очень работает. Так.
Ну отлично, я хотя бы могу прятаться за этой фигней. Правда, он быстро по мне все равно умудряется лупить. Но... перезарядка, блин, гребаная перезарядка. Так, аккуратненько. Все. Босс уничтожен. Так, а мы что-то тут... Ага. Вундерфуль. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Куда, куда, куда меня скинуло-то? Так, зарядились. Так, а как мне тут? Алло. Да хрен так пройдешь. Ай-яй-яй. Так, враги. Сразу прям к врагам. Сразу попал в логово врагов. Так, аптечку схватил. Ладно. Слушайте, ну был бы перевод, тут бы было бы намного прикольнее, потому что тут явно юмор дохренища. Но переводить все быстро я не могу, к сожалению. Отвлекаюсь вот на гору врагов. Будем надеяться, что перевод к игре выйдет, потому что, ну, реально, эту игру надо играть с переводом. Так, тут даже выход есть. Что-то такое, какой-то кубик секретный я нашел. Один из трех секретов? Серьезно, тут бывают секретики еще? Круто. Так, это все чудесно. Так, мне надо, видимо, вот эти все фиговины уничтожить, чтобы у меня открылся проход. Да. Проход открылся, и дальше. Бежим, 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 бежим. Нам хотя бы этот уровень, если мы затащим, будет замечательно. Так, это всего лишь чекпоинт. Так. Зарядились. Так, сюда нажали, сюда... Ага. Зашибись. Так, мне надо как-то теперь... Да блин, что ж с камерой такой? Мне надо, короче, поставить одну фигню сюда. Чтобы она стояла. Во. И самому встать сюда. Так, ты еще маленький. Такие головоломки есть. Блин, нифига себе, напугали меня. Ну и, конечно, как вовремя у меня всегда перезарядка оружия идет. Так. А чё? Подождите-ка. Я могу эту... А, я даже могу уничтожать, прикиньте. Ихние корабли. Да что ты тут встал-то? Ты живой? Какой-то бронированный тип. Подождите, это какой-то... Это вообще обманка. Это гриб не настоящий был. Так, перезарядочка. Есть. Так, смотрим, что у нас тут. Ай-яй-яй-яй-яй, грибочки, грибочки. Зараза. А тут по-любому, кстати, есть еще одна какая-нибудь секретка. Только, чтобы ее найти, надо тут все облазить, наверное. А и попал куда-нибудь, вот прям наверх надо лезть. И где-нибудь будет. Ага. Чего изи-пизи? Откуда вы там взялись-то? Подождите-ка. Кто-то по мне опять лупит. А вы-то откуда тут нарисовались? Так, так, так. Ну, мне хотя бы этот уровень надо затащить. Чтобы посмотреть. Так. Так. Типа сюда. Сюда. А, вот так вот. Только я так прыгал. Я ни хрена не допрыгнул. О, теперь допрыгнул. Что-то в первый раз у меня двойной прыжок, короче, не сработал. Все из-за этого. Так. А тут куда? Я туда наверх не запрыгну.
Да блин. Чё за подстава? Туда нереально попасть. Туда попасть нереально. Так, ну надо думать, куда реально попасть. Да вот второй раз у меня не прыгает. В общем, слушайте, ну нормальный такой шутер-платформер. С юморком. Графика вроде более-менее такая необычно сделанная. Конечно, многим, наверное, не понравится, скажут, да что-то вообще шляпа какая-то и так далее, но мне кажется, что игра прям сделана прикольно. Но единственное, как я уже сказал, к сожалению, не хватает. Не хватает перевода. Так, и как бы куда бы мне двигаться наверх, я туда не знаю, как попасть, наверное, так, мне стрелочка показывает, что надо вон туда. А я туда никак не могу попасть. Соответственно, мне только вот... Ой, нет. Да нет, не падай. Да что такое? Так, ух. Так, есть. Вот теперь вот сюда. Так, во, нашел. Нашел я проход. Главное не паниковать. И все делать потихоньку. И тогда можно будет тут пройти все. Замечательно, мы добрались. Добрались. Так. Ну, вот как до того сокровища добраться, я пока понятия не имею. Но нам хотя бы нужно с этим уровнем закончить. Так, подождите, это только чекпоинт? Так, вертушечки. Так, ага. Так, у нас новый босс. А где он? Кого стрелять-то? Где ты? А, опять ты, Квадратыч. Ну, слушайте, ну это вообще легкий босс опять. Ну, примерно легкий, потому что, по сути, мы вот так прячемся просто за столбиком и долбим его. Ничего такого сложного нету. Вообще убивается очень легко. Да, я только сейчас, кстати, обратил внимание, где у меня жизнь. И, оказывается, они в левом нижнем углу вот так сердечками отображаются. И морковками. Не особо заметно. Так, все. Босса я замочил. Подождите. В смысле? Враги-ка? Еще один. Не, я так быстро сдохну. Вот тут уже нифига. Не. Да нет, я сейчас просто его буду долбить. Все. Меня замочили. Ну, короче, понятно, что чекпоинт, серьезно, то есть чекпоинт, смотрите, на легком уровне сложности продолжается с уже покалеченными жизнями у босса. Вот это кайф. Так, ну давайте тогда хотя бы попробуем до конца пройти. Да что такое, слушайте, у меня очень быстро уничтожаются жизни, да, потому что один засранец стреляет с одной стороны, другой с другой. Можно как-то, соответственно, направить пушки. Точнее, не пушки, а вот эти столбики, чтобы они никак меня не калечили. Но не все так просто, как кажется. Ладно, сейчас попробуем быстро этого гаденыша замочить и хотя бы закончить с этим уровнем. Давай. Ай, блин. Да давай, блин, ну что у меня за оружие такое шляпное? Может поменять на красное? Я хрен узнаю. Да? Блин, оно быстрее? Или оно не достает? Все. Так, мне теперь надо вот эту фигню подвинуть. На самом деле, я мог же просто тупо даже и не долбить их.
запрыгнуть туда, наверх и убежать. И мне бы ничего за это не было. Наверное, скорее всего. Хрен его знает, а может и не пропустила. Не пропустила бы меня. Да что ты будешь делать? Так, забрался. Подождите-ка. Да. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда мне надо. Уровни-то ни хрена не маленькие. Так. И погнали. Потихонечку врагов. Засранцы стреляют, блин. Прям стараются меня прям убить. Прям реально. Не, вот это оружие не в тему. Тут я вот хотя бы стрелять могу. Так. Вам еще скажу. Так, это песок. Это всего лишь песок. Я думал, тут еще один босс сейчас будет. Now I have sand in my shoes. I hope this book is worth it. If it's real, probably yes. What? Shut your mouth, siesta. Давай, да, я сразу две штуки могу двигать. Ну, очень тяжело идет. Так, все, мне хватит для прыжка-то. Хватит. Так, и чё? Я себя сам в ловушку типа загнал. Я теперь отсюда выбраться не могу. Или чё? Не, могу. Всё. Надо было всего лишь сделать так, чтобы песок шел. Так. Угу, тут тоже есть проход. Дальше-то куда? Дальше-то куда? Во, дальше нам вот сюда. Так, а тут песок опускается. Давай, Маркович. Блин, злой такой усатый морков. Так, и что у нас тут? Есть что-нибудь ценненькое, полезненькое? Ну, да. Есть даже проход. Второй секрет. Третий, точнее. Два из трех, а тот мы не смогли взять, потому что я даже не понял, как до него добраться. Так, еще какие-то монетки собрал, все. Надеюсь, нас сейчас выпустят с этого уровня. Выпускайте, давайте, домой хочу. На космический корабль или куда? Так, чекпоинт, так, ага, опять грибы. Очень много грибов. Прям пипец, как много грибов. Летающие какие-то еще шляпы. Ах ты, блин. Да что такое? У меня патроны закончились. Как обычно, блин. Не вовремя патроны кончаются. Да, блин. Шляпки эти летающие задолбали. А, ну оттуда вылетает, да? Да стреляй давай. Все. Ух, это было опасненько. А тут у нас что? Так, лечилка, хорошо. Лечилка это всегда хорошо. Так, а мне куда-то надо вон туда бежать, по стрелочкам. Так, оружия нету. И... Ну, как всегда, конечно. Так, ну чё, давайте мечом кромсать всех. Грибы будут все сейчас покоцаны. Слушайте, ну мечом достаточно быстрее. Все, так. Намного быстрее все происходит. Прям убиваем, но и... Мы очень много жизни теряем. Вот минус большой. Так, а что тут? Что тут все падает-то? А мне сюда, туда, сюда. Что-то очень много врагов тут, пипец. Как мне выбраться с этого уровня-то?
Так, опять чекпоинт. Стопы. Дайте зарядить. Пистолет хотя бы зарядил. Ну, конечно, сейчас... Ой, это где это я? Сейчас еще один босс будет. Здоровый. Yes, this must be what we came here for. Two arms, soldier. Да, еще бы я попал. А, нифига, у него так много жизни сразу. Ай. Все? Так, нет. Не все, это он просто только разозлился, походу. Да нифига ж себе. Так, а как до него достучаться? Ага, у него... Я понял. Да, зашибись, меня убили. Меня убили. Так, а у него... А у него сейчас опять целая жизнь? Не. Короче, я понял, ребят. С этим боссом просто так не справиться. Хотя, подождите-ка, он же опять в этой стадии, да? Может, можно как-то сделать по-хитрому, встать снизу. О, нифига, не. Так не получится, потому что, видели что, меня откидывает прям максимально далеко. Короче, он там внутри, гаденыш. Так, ну половину жизни я уже расхреначил у него. Но все равно, блин, очень сложно. Очень сложно его замочить. Давай, давай, гаденыш, тебе осталось чуть-чуть. Все, а, что тебе не понравилось? Да блин, тут враги еще эти бегают. Так, опять он. Так. А чё, не? Теперь по нему выстрелы не работают, что ли? А, вон почему мне надо долбить. Так, я понял. Надо, короче, как-то умудряться скрываться от его всех выстрелов и от прочей фигни. А вот когда он открывает свою фигню... Когда он открывает свою фигню, вот этот, свой центральный. А-а-а, нифига себе, у меня вот оно что. Это жизни, короче, ребята. Жизни — это континиусы. И чтоб да охренеть, тут попробуй доживи до континиусов. Не, я понимаю, что тут как бы есть аптечки, но не сильно-то они мне помогут, если на меня столько врагов будет идти. У меня, блин, один выстрел мне остался. Так, отличненько. Когда здоровье больше, намного приятнее. Так, мне хотя бы теперь не один выстрел. Слушайте, я много так подсобрал. Да давай, открывай свое жерло, или как оно там называется. О, бабах. Да что ты, блин, не долетают снаряды. Точнее, долетают, но не вовремя. Давай, 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 давай. Бах. Мне еще, кажется, пару выстрелов ему надо. И все, и он откинет свои части. Есть.
еще раз попали. Это хорошо. Сейчас. Да, что ты будешь делать? Тут очень много врагов. Так, и стреляем прям. Есть. Все? Отлично. Подождите. А, и вот просто надо сейчас добить, да? Все? Серьезно? Вот так просто добить? Так, я какую-то книгу нашел. Миссия на Марсе завершена. Ух, слушайте, ну это было сложно. Сложно, но проходимо. Единственное, блин, конечно, с жизнями. Ну, ребята, я на самом деле даже не старался. Если бы я прям старался вот так все эти лучи и все перепрыгивать, прям, ну, намного больше жизни сохранил. Но я просто хотел подальше как можно быстрее пробежать и посмотреть, что еще тут будет. На самом деле, блин, ну, прикольно сделана игра. Соответственно, сами видите, мы можем себе прокачку делать. Морковок себе можем прокачать. Видите, левел ап у нас. То есть мы можем себе нормально качать до второго уровня. Выстрелы, пушку. Вот, например, пушку хорошо вообще себе качать надо, потому что... Так, что еще? Бабки. Серьезно? Бабки. Нам дарят бабки. Так, а что пушку еще могу? Да, еще, смотрите, могу пушку прокачать. Третий уровень. Жизни. Вот левелап хорошо бы качать, но, конечно, все не хватает у нас. В общем, вот такая вот, ребят, игра сделана достаточно прикольно. Если хотите так полупиться на аренах разных с врагами, тут еще попрокачиваться, то можете попробовать. На удивление, он думал, что игра будет вообще другой, но оказалось, что достаточно неплохо. В общем, на этом все, ребят. Если понравилось видео, сами знаете, что делать. Поставить лайк, написать комментарий. Даже если не понравилась сама игра, ребят, ваш дизлайк никак на это не повлияет. Он повлияет только на канал. Поэтому, если вам игра не понравилась, просто напишите об этом в комментарии. Не обязательно ставить дизлайки. На этом все. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.